Салам алейкум, нагибаторы. Решил для вас запилить мини-гайдик очередной. Этот гайдик будет полезен, очень даже полезен на старте, а может быть даже не только на старте. Вот, объясняю, что надо тут делать. Мы находимся недалеко от города Everfall. Это у меня вот я играю на Китеже, это как типа основной торговый хаб, как в EVE Online, типа жито. Вот, можете даже здесь домик купить. Вот, получается, мы подходим сюда, Midnight Den, рекомендуемый уровень 6. Как берете 5-6 уровень, бежите сюда, короче, по пути качаете майнинг. Нам нужен 10 уровень майнинга. Если вы, допустим, силач, то это вообще замечательно, потому что у нас идет бонус на скорость добычи. Плюс еще, если конституцию добьете, то еще на логининг спид. А если вы ловкач, то вы будете скининг спид получите. То вот. Все очень просто, мы подходим сюда и по кругу ходим, вот хотите по часовой, хотите против часовой, хотите прям вообще хаотично, можете бегать, решайте сами. Здесь вот мобы 6 уровня, и получается, что у нас, вот видите, камень здесь, Gold Vein, вот Gold Vein можете, получается, вот еще вот Iron Vein, можно Edgewood рубить, Green Wood рубить. На старте прям они улетают, если, конечно, доску жестко не пофиксит, то люди будут покупать по 100, по 150 штук. Главное, быстренько мы фармим здесь, запоминаем точки, где спавнится, видите, вон Silver Rain, Silver Rain у нас, если не ошибаюсь, с 10 уровня скилла открывается, да, вот 10 уровень скилла нужен, Iron уже прям с нулевого. Получается, пока мы качаемся на старте, сразу начинаем обычный камень, можем даже рубить, можете потом даже выкинуть, если хотите. И как прокачаете 10, вы можете сразу бежать. 10, в принципе, не проблемно. Вот еще, видите, Iron, пожалуйста. Здесь очень много спавнится Iron, Silver на камнях, внизу, наверху, снаружи и так далее. То есть главное здесь запомнить, кдшится примерно 5 минут. Получается, вот еще сильвер, видите, здесь, то есть круг делайте, 3 спауна сильвера, это вообще замечательно. И вот еще сильвер, то есть здесь очень много всяких деревьев тут можно нарубить. И самое главное, мы недалеко от города находимся, и быстро можем добраться до Эверфола, выкинуть все, там же выставить сразу. Главное, выставляйте по адекватной цене, чтобы не заморозить, скажем так, свои активы. Вот, если вы по адекватной цене выставляете, можете быстро все продать. И смотрите, сразу не выставляйте там 500 руды, там, допустим, выставляйте по чуть-чуть, потому что могут сбить цену, и вы заплатите комиссию, как бы зря. Вот еще Iron, видите? То есть здесь очень много. Главное сейчас еще возьмите, попробуйте как-то прокачать, скрафтить себе нормальные Gazer Tools, допустим, на вырубку, допустим, Т2, если Т2 несложно, в принципе, скрафтить Т3 уже там посложнее, потому что Т3 там дороже, там азот у вас может закончиться и так далее. В принципе, вот такой мини-гайдик получился. Если у вас есть какие-то идеи, дополнения, вот еще Iron, видите, вот, можете оставить в комментариях, я все читаю, может быть, если я захочу что-то как-то дополнить, могу тоже оставить, конечно, в комментариях, если я что-то вспомню, я напишу обязательно, вот, в целом все, всем спасибо, всем пока.